Самый простой способ открыть банку, если крышка не открывается. Закрутка, конечно же. Ну вот, обычно люди берут полотенце, пытаются, но трение не добавляет, она скользит все равно. Плохо. Но можно полотенцем, конечно же, вытереть воду. Или руки, если мокрые. Ну, в общем, есть способ там горячую воду, там нож продевать. Но это мы упустим. Это видео не про то. Вообще, самый простой, конечно же, открывачкой, да, поддеть, и тогда выпустится воздух, и все. Но крышка тогда уже будет, ну, уже не идеальной, так скажем. Самый простой способ. Вы берете мел и повышаете трение между крышкой и рукой. Мел, он повышает трение. Вот так вот. Видите, белые. Это причем что мел, он у меня стертый, потому он плохо красит. Одну руку, вторую. Ну, хватит. Все, трение необходимое есть, руки не выскальзывают. Теперь просто, если у вас хватает силы, вы откроете ее. Ну, а если нет, то уже другие способы. Но мне силы хватит. О! Слышали, да? Все, открыто. Так старался показать на камеру, что аж разлил. Вообще логичный вопрос, а хватит ли сил, чтобы открыть? Ну, да, если вы зайдете на канал, то увидите, что я и там и книгу рву, и одной рукой колун держу и колю. Да, но дело ж не в силе, а в трении. Обычно не хватает просто трения. А если рука проскальзывает, то уже какой силой не обладаешь, то, ну, не хватит силы, чтобы открыть банку, потому что она проскальзывает. Потому вот и мел, собственно говоря, я использую. Ну, конечно, лучше новенький. Кстати, его не так уже и много надо, вот буквально немного. И уже вы ощутите, что банка хватается. Вообще, это такой прикол, когда никто не может открыть, а ты такой хопа открываешь. Ну, можно же скрыть, что ты мелом мажешь. В общем, если вам хватает силы вот так вот скотч порвать пальцем, то я думаю, что домашнюю банку закруточку вы тоже откроете в легкую. Если вам понравилось видео, можете поддержать канал подпиской и лайком.